Всем привет! Ну вот тот самый долгожданный момент, в кавычках, когда вы подходите к дверям, точнее пассажир подходит, а они не открываются. При этом защелка открыта. Ну, будем разбираться. Итак, дверь открыли изнутри. Значит, чтобы снять карту, в первую очередь убедитесь, что ее уже не снимали. Вот мою карту уже снимали. Я этого заметил по вот этому шурупу. Он не штатный. Вот, пожалуйста. То есть понятно, что этот шуруп сюда кто-то прикрутил. Ладно, хорошо. В первую очередь нам нужно будет снять кнопку управления дверью. Для этого поддеваем ее сзади. Можно руками, можно отверткой. И, кстати, есть довольно интересный момент. На двери водительской блок управления снимается спереди. Вот так. Поддели. Вытаскиваем. Здесь нам нужно всего лишь снять клемму. Клемма снимается очень просто. Нажимаете вот здесь двух сторон и вытаскиваете ее. Так, теперь мы снимаем вот эту вот ручку. Для этого берем отвертку и поддеваем. Значит, вот эта нижняя часть, она снимается в последнюю очередь. Поэтому пробуем поддеть. Нам надо, чтобы что-то где-то поущелкивалось. А, есть. Так, мы видели, да, движение? Я просто вставлял. Так и так. Она снимается в последнюю очередь, потому что здесь есть вот такая вот штучка. Ну и, соответственно, вставляется она тоже сюда. Так, теперь мы снимаем вот здесь вот сверху. Есть вот такая вот защелка. Ее просто вот таким вот образом вытаскиваем. Она на чем-то там стоит. Ну, у нас там будет болт. Вон он. Болты здесь вообще-то Е27, ну как видим, у меня здесь болт какой-то непонятный стоит, но стоит. Конструкция странная. Здесь дальше болтов вообще нет. Какие-то этикетки. Ну да ладно. Выкручиваем болты. Еще я рекомендую очень вам вот такой вот телескопический магнитик. Ссылку на него я оставлю в описании. Значит, ну, он нам нужен для того, чтобы эти болты доставать. Ну, соответственно, вот так. Шурупы. Так, раз шуруп и два шуруп вот отсюда. Вот так мы его достанем. Вот смотрите, держится отлично. Вещь очень хорошая. Его тоже кручиваем. Вот, видите, вот такой же болт должен стоять вот здесь. Один в один. Ну, резьба здесь на 10. Если вдруг нет болта на 10, если нет такого прям болта, ставьте другой, любой обычный на 10. Но саморезы здесь это недопустимо, вы ими побьете резьбу. Так, поехали дальше. Значит, вот этот вот здесь вот у нас стоит на Е20. Вот такая насадочка. И такая же насадка у нас здесь саморез. Вот так. Дальше самое интересное, друзья. Нам надо будет снимать вот это и снимать динамик. Берем тоже отверточку и вот так аккуратненько поддеваем. Как видите, это просто пластмассовые защелки. Она довольно мягкая. Вот, здесь даже была когда-то вот такая штука, чтобы было удобнее снимать. Вот этой штукой ставим вниз. Далее нам надо с вами открутить динамик. Вот здесь вот 4 болта. На Е тоже 20. Это у нас шурупы.
автомобиль, кто еще не прочитал название. Renault Duster 2-литровый. Ну там, наверное, пофигу, какой размер. Она, наверное, везде одинаковая. Вытаскиваем динамик. И снимаем ему клемму. Тоже довольно просто снимается. И откладываем его в сторону. Ну, такое дело, да, я делаю как бы, ну, как надо по мурзилке, ну, а то, что тут она раньше снималась и сделана сейчас непонятно как, это уже дело десятое. Значит, теперь что? Тут, по идее, все должно сидеть на герметике, но я так понимаю, что у меня оно не сидит на герметике. Хватаемся за обшивку и начинаем ее снимать. Ага, у меня еще один болт, вот такой вот саморезище. Вот он стоял у меня почему-то вот здесь. Пальцами только. Там клик. Отсюда. Зачем у нас обратно клиться? Есть. Вытащили. Так, и здесь еще у нас штанга на ручку. Ручку вот так вот, друзья, открываем. Немножко вьюг. И она вытаскивается. Значит, вот обшивка. Смотрим. Клипса какая-то упала, но, в общем-то, остальные все клипсы на месте.